вы делаете? Посмотрите, как горит. Как быстро исчезают строчки. Жюри и зрители посмотрели еще один спектакль по пьесе Островского. На сцене драмы играли актеры из Тверской области. Спектакль «Поздняя любовь». А в «Восходе» коллектив Нижегородского областного драмтеатра показал историю семьи по пьесе Горького «Васса». «Вассу» сейчас ставят очень много. Есть там спектакль с Мариной Голуб, Льва Эренбурга в «Амхате». Много ставят «Вассу», но на этом фоне вот этот спектакль не теряется. Он очень достойный. Вообще было уже несколько очень достойных работ, которые создают фестиваль. Критики подчеркнули, программа фестиваля «Театральный Атомград» хорошо подобрана. Представлены спектакли и для взрослых, и для детей. Я вообще хочу предложить обменные гастроли городу Димитрограду. То есть мы к вам 5-6 спектаклей, дней на 10 приехать, а вы к нам. Юлия Лаптева, Анжелика Бурвинок. Новости Димитровграда.